Заброшенный дом, опять, сбор эктоплазмы, здравомыслие, пентаграмма, безумная сложность и беги или умри. Пошел про. Все на свете, что можно было, все на свете включил. Так, это берем, блокнот не можем взять, потому что он заляпанный. Вот это берем. Нет, стоп. А, ну да, в принципе, нормально и так. Ага. Так, ну ладно, здесь я не знаю, какие помехи. Судя по звуку, были как бы слабые прерывистые, но еще не знаю, не факт. О, швырнул сразу куклу Вуду. Полезно. Охотящийся. Я, наверное, отойду пока что сейчас на секундочку. Возьму, куплю хотя бы шприц. Потому что если он охотящийся, то как бы весело. Весело должно быть. Так, опа-на. И возьму видеокамеру. И не знаю, что еще. Фотик. Что мне для задания надо? Открыть все двери, воспользоваться проклятым зеркалом, сделать фото эктоплазмы, заснять призрака на видео. Воспользоваться проклятым зеркалом. Понятно, короче. Ясно, да. Угу. Кидает куклу капец, как ты посмотри. Послушай. Просто туда-сюда, по всей комнате уже разбросал. Штуки не собрал. Опа-на. А, с доской не взаимодействует, потому что звук был, но при этом она не двигается сейчас. Молодой. Очень быстро я определил его, эту штуку. Так, окей. Счетчик частиц, все, 100-500. Хорошо, замечательно. А, надо, получается, проверить только температуру электроприбора. Короче, осталось, получается, вычислить призрака чисто. Так, ну хорошо. Сейчас я могу, в принципе, что сделать? Смотри, сфоткать эктоплазму мне надо. И возьму вот этот вот огонь. Надеюсь, он, если что, меня защитит. То заряжим. Это Ghost Watchers, эта игра. Я хочу найти эктоплазму. Смотрите, вот реально, тактика. Тактика. Берешь сразу все штуки, которые ищут эктоплазму, и ходишь-бродишь с ними, и все. И потом благодаря этому можно вычеркнуть призраков. Ага. Почему-то постоянно, кстати, я заметил, что вот призрак пытается меня утащить, когда я по вот этой лестнице поднимаюсь. Всегда. Бешеный. Подожди, а где эктоплазма? Чё? Или я для начала должен... А, я, наверное, сначала должен... Нет, подожди, я же не должен определить сначала призрака. Эктоплазма сразу должна спавниться. Разве нет? Или, типа, я что, должен хотя бы одну улику найти? Да ладно. Да не. О! На огонь действует. Так, ну-ка. Сделать фото эктоплазмы. Алло! Я же... Я сфоткал эктоплазму. Или ее на видео надо было заснять? Не надо же было на видео заснять, да? Кто-то там закрывает, открывает двери. Сделать фото эктоплазмы. Ну понятно, короче, ясно. Как обычно. Угу. Как обычно, кафе. О, выкинул вообще. Мне кажется, это слабые прерывистые помехи. Больше. Ага, не было дымки. Значит, просто холодно. Так, эктоплазма реагирует на огонь. Это не полтергейст, это не тьма. Это может быть либо Денши, либо монашком, либо Кутусаяки, вот это вот. Так, слабые прерывистые помехи. Да, сильные, если это сильные, то это Денши. Но это вроде не сильно. Ну-ка, еще раз. Ура! Сфоткал. Хочу послушать радио. Какие там помехи будут? Нормальные, ненормальные, смешные. Прерывистые помехи. Проверь следы. А следов нету. Да, это прерывистые. Это прерывистые, 100%. Потому что они, ну, чик-чик, тут-тут-тут-тут-тут, вот это вот. Не оставляют следов оба. И детские кубики надо, по детским кубикам надо смотреть, понятно. Либо череп, либо человек будет. Хорошо, но, в принципе, уже сейчас я могу узнать, что меня от них защищает. Огонь защищает, а от монашки огонь не защищает. Хорошо. Значит, защищает распятие, и тут распятие защищает. Но при этом там защищает излит, тут хотя бы просто защищает. Окей, распятие. Значит, у меня будет распятие. Тихо, цыц. Ну-ка. Нельвамукра, привет. Опа, череп. Детские кубики. Череп. Кутусаяки, вот это вот суяки. Так, подожди. Хорошо. Значит, следы по-любому не оставляет. То есть, либо если я ошибся с помехами, то это может быть дзянши. Но у дзянши отпечатки ног, а их нету. Короче, это вот, я уверен. Ну-ка. Пошел процесс. Сюда. Так, замечательно. Значит, что мне надо? Святая соль, испепеляющий свет, святая соль. Так, мне нужно... Подожди, вот эту вот штуку я пока что сюда положу. Это мне пока что не надо. Так, мне надо вот это вот. Так, распятие, святая соль, испепеляющий свет. От него защищает... Ага, святая соль, испепеляющий свет. Так, окей. Надо взять каким-то образом мне еще испепеляющий свет. Я не знаю, типа... Блин, а как? Киберфосмофобер, спасибо за 50 рублей покрытие. Страшно. Страшно, реально? Так, ладно, давай вот что я сделаю. Я выкину штуку, я возьму вместо вот этой штуки, которой я нахожу эктоплазму, испепеляющий свет. Я просто сейчас на слух. Понятно? Что? Все? Серьезно? Охота закончилась. Вроде бы эктоплазма была одна вот там. Ага, тут закрыто. Ладно, подожди. Может, здесь где-то будет? Ну-ка. Не, тут я не слышу эктоплазмы. Тихо. Тихо.
сюда! Пошел процесс, ну-ка. Так. Блять. Ее нету. Здесь и здесь нету. Почему я звук не слышу? Может, оно работает только когда это? В подвале? Может, оно работает только когда я штуку вот эту беру с собой? Ладно. У меня сейчас есть испепеляющий свет. Вот эта штука тоже, если что, защищает. И она, в принципе, дешевая, поэтому нормально все. Здесь? Да. Окей. Ну-ка. Пошел процесс. Давай. Так, я надеюсь, испепеляющий свет мне поможет. Пожалуйста, ну-ка. Да, что? А, нормально? Он попутал? Взял, украл сквозь лестницу. Алло. Лучший бро. Всем ноун, спасибо за 200... Будь здоров. И спасибо за 228 рублей покрытие комиссии. Ты лучший. Так, окей, здесь еще есть эктоплазма. Так, подожди, я возьму лучше, наверное, в руки вот эту вот штуку. Так, надо, чтобы он не забрал у меня эту хрень. Окей, так, хорошо, это замечательно. Рычание, нормально. Одна есть, эктоплазма, отлично. Восхитительно, восхитительно. Так, что мне надо, подожди. Раз, два, три, четыре предмета у меня, все, нормально. Где еще? Где-то здесь? Здесь, ага, понял. О, блядь, тихо. Блин. Нечестно! Я не знал, что он так спавнится. Я думаю, что это за дымка тут паскудная. И он закрыл меня. Нажмите Е, найдите огонек и нажмите Е. Да, убери, нажмите Е, чтобы убрать тумбочку. Ладно, ладно, насрать. Все равно, там множитель, там 4000, если пройти за один раз. Поэтому главное мне сейчас добить до конца хотя бы. Но это, блядь, да это изи вообще. Фигня, вообще, игра слишком легкая. Просто стало скучно. Стало скучно, я решил вот поддаться чуть-чуть этому дураку. Потому что он вообще не умеет играть. Ну-ка, иди сюда. Нифига себе, какой флик, видели? А? Скрим отдыхает. Кеннис. Какой Кеннис? Симпл. Да иди сюда, паскудство. Славлю, славлю. Весит эти огоньки меня. Убери. У вас без, спасибо за 150 рублей. И покрытие комиссии, на за пип. Штуку-дуку. Штуку-дуку. Вечерочка. Спасибо большое, того этого. Тебе тоже хорошего вечера. Алекс, призываем Алекса в чат. Тут опять пишут, что что-то мне не везет. Алекс, зовите Алекса. Срочно нужно банить. Срочно нужно банить. А где? Что-то они как-то далеко улетают, слушай, мне не нравится. Тихо. Да, да. Привет. Иди сюда. Тимур, привет. Как у тебя получается быть таким бодрым и позитивным? Не знаю. Не знаю. Я давно не спал. Я не бодрый сейчас вообще. Ни капли. Спасибо, FFT, за 50 рублей. А позитивный? Ну, а как иначе? Чё, если быть непозитивным, то тогда и что? И все плохо будет. Не надо быть не позитивным. Надо быть позитивным. Ну. И... Что? А почему? Я же восстановился. Тихо. Я не сдамся. Я не знаю, почему. Нормально, блядь. Хорошо, пошел процесс. А где, а Даниэль тут? Может быть, он знает? Типа, может, игра просто забагалась, потому что... Ультрафиолет действует на эти штуки. Отлично. Это вообще восхитительно. Так, опа. Сюда. Ну-ка. F-разрабом. Дай мне знак. Покажи себя. Я могу, в принципе, пока что поискать эти штуки-дуки все на свете. И может быть, задание выполнить, кстати. Я не знаю, как это сейчас произошло. Чё я хотел? А, задание. Открыть все краны в доме, воспользоваться проклятым зеркалом, забрать детскую игрушку, сделать фотографию призрака. Хорошо, раз мне Блин, фотографию призрака это вообще капец. Ну ладно, все краны в доме я смогу, по крайней мере. Дай мне знак. Give me a sign. Опана. Ну-ка. Манка без комочков, привет. Доброе утро. 500-1000, ладно. Мне надо вот это. Я, честно говоря, я не знаю. Я без понятия, как я сейчас сделаю фотографию призрака, потому что здесь фотография это смешная очень штука, которая плохо работает. Ну ладно. Попробуем. О! Подожди-ка, я постою здесь. Сейчас посмотрим, что за тут, за эти. Ага, очень холодно. Понял. Так, очень холодно мне. Значит, хорошо. Ага, а последняя эктоплазма получается здесь. Хорошо, то есть две эктоплазмы на первом этаже. Одна на кухне, другая не на кухне. И одна здесь. Хорошо. Так, ну-ка. Ой-ой.
Тут и проклятое зеркало тебе, и все на свете. Так, я пока что принесу вот эти штуки для пентаграммы туда. Просто положить их, сложить. Правда, сейчас, как бы, капец будет. Сейчас будет капец, если сейчас охота начнется. Мне надо сразу шприц. О, потрогал доску, наконец-то. Ну-ка, я только сейчас куплю по-быстрому. Опа, опа, пошел процесс. Так, что там по доске? Получается, реагирует на ультрафиолетовый фонарь. Это ведь... Опа-на! Подожди. Кукла Вуду где? Кукла Вуду на месте. Доска сумасшедшая. Так, подожди. Доска с ума сошла. Указатель движется хаотично. Кукла Вуду поднимает. Имба. Имба, спасибо. Так, хорошо, все. И получается что? Электроприборы. Электроприборы не знаю. Температура очень холодная. Следы вроде как не оставляет. А, оставляет пятна крови. Пожиратель снов. Ну, это пожиратель снов получается. Да, на ультрафиолет как раз таки действует это. Это пожиратель снов. Угу. Так, все, я все выполнил. Можно, значит, это сделать. Пожиратель снов. Так, древний, спокойный, ну да. Да? Да, все, отлично. Поимка призрака, значит, святая вода, колба с пеплом Везувия. Угу, хорошо. Я бы его сфоткал? Я бы его сфоткал. И вообще нет, я бы... Ага, не сфоткался, да? Окей, я вас понял, я вас понял. 5 источников света, ритуал пентаграммы, серебряная бомба, и от него защищает собиратель этой плазмы какой-то, там плазменный, короче, твистер от него защищает. Ну-ка, я его не сфоткал, да? Мне задание не засчиталось. Открыть экраны, да. Угу. Воспользоваться проклятым зеркалом, забрать проклятую детскую игрушку. Ладно, хорошо, святая вода, и вот это у меня есть, это я взять с собой не могу. Ладно, я тогда с этим попробую справиться сейчас. Не знаю, если не справлюсь, то будет, конечно, не очень смешно, но ладно, нормально. Ой-ой. Отдай! Отдай! Ну-ка. Я должен успеть. Я должен успеть. Давай, 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 давай. Ладно, я не успею, походу. Я не успею уже, все. Наверное, тут это не так работает. Ладно, фиг с ним. Хотя бы я выполнил два задания. Окей, ничего страшного. Так, я возьму таблетку, куплю, чтобы восстановить рассудок чуть-чуть. Потому что обсел. Так, хорошо, я возьму вот эту сразу штуку. Включить 5 источников света, потом соль. Угу. Значит, собиратель этой плазмы у меня есть? Соль есть? Штука есть. 5 источников света, окей, это есть. Может быть, потом? Может быть, сейчас пока что? Пока он не с ума не сходит тут. Это не 5 источников света. Ага, я вас понял. Вот это 5. Ура. Так, ну-ка. Давай. Срабатывай, штука! Ура! Хорошо, так. Это Дука его изгнала, штука. Блин, вот этот вот поглотитель плазмы вообще имба. Или, подожди, или что это? Как она называется-то, ё-моё? Ну-ка, подожди. Еще раз, так. Как она называется? Поглотитель плазмы, да, так и называется. Отлично. Так, от него не защищает, значит... Угу. От него защищает огненная соль. Мне нужна обычная сейчас соль. Угу. Хорошо. И мне нужно, чтобы перезарядилась вот эта штука Дука. Серебряная бомба и потом ритуал пентаграммы. Окей, я могу сейчас. У меня, в принципе, все есть. Я могу сейчас пока что найти проклятое зеркало. Или, например, попытаться его сфоткать. Подожди, я вроде бы О, я нашел последнюю штуку. Здесь штука. Ладно. Так, мне надо вот это вот сюда принести. Для того, чтобы потом проводить этот ритуал дурацкий твой смешной, весельчакский. Опа-на. Привет, козий рог. Здесь больше ничего нет. Хорошо, мне нужно еще детскую игрушку найти в машину и воспользоваться проклятым зеркалом. Нормально так придумали. Опа, детская игрушка. Так, и проклятое зеркало уже, ладно, найду где-нибудь там, надеюсь. Так, бамс. Окей, сделать фотографию призрака, это... Угу, это разберемся. Сейчас. Подожди, подожди, точно, я дурак. Я поставил поглотитель плазмы в этом штуке, блин, и даже не подумал о том, что призрак может рандомно пробегать мимо и съесться одна эта. Тетя Мотя, спасибо за 50 рублей и покрытие анекдот комиссии. Анекдот для поднятия настроения. Блин, так. Сказал слон, наступив на колобка. Приятного стрима. Спасибо большое, тетя Мотя. Тебе тоже хорошего настроения, приятного вечера и всего вот этого. Опа-на. Угу. Так, ну-ка. Ой-ой-ой. Нет!
У-у-у, тайминг! Ё-моё, я думал все, я думал ГГВП. Капец. Ох уж эти охоты. Ох уж эти охоты на убегательство. Убегательские, ты посмотри, капец. Так, ладно, ладно, пофиг. Потом, воспользуюсь проклятым зеркалом, пойду собирать дальше штуки-дуки. Так, серебряная бомба, ритуал пентаграммы, соль. А, значит, там вещица у нас вот здесь. Окей, замечательно. Пошел процесс. Собираем. Тихо, спокойно, адекватно, аккуратно. Understandable, адекватабл, омагарибл, unbelievable. Все, кайфарики. Поглотитель плазмы нас защитил, хорошо. Ты что, попутал? На. Это так, для задания по приколу сделал, чтобы посмеяться, чтобы весело было. Китумс, привет. Капец. Все, осталась последняя эктоплазма. Она вроде как, я помню, где находится. Хорошо, и мне осталась еще серебряная бомба. Давай пока вот поглотитель плазмы опять перезаряжается, я поношусь с видеокамерой и посмотрю на это. Попробую. Нет. Ой, мама. А, фух. Окей. Это был, походу, глистый вент. Ага, черт здесь. Ага, плазма здесь. А где проклятое зеркало? Подожди, что-то я... Что-то я вот это вот подзабыл. А, вот оно где. Ага, хорошо. То есть, give me a sign. Give me a sign. Я хочу его сфоткать в итоге. Все, атаки. Give me a sign. Пожиратель снов. Капец. Кидает куклу Вуд. Бэшина. Give me a sign. Give me a sign. Да ладно. Это по приколу гостевент был? Я думал все, я думал ГГ, я думал ГГВП, я таблетку пить, я иду пить таблетку. Так, окей, штука восстановилась, ага, так, подожди, таблетка, пошел процесс, купить, выпить, все. Так, угу, ладно, срать на этот, на эту фотку призрака, о, точно, я его в пентаграмме потом сфоткаю, во, придумал. Угу, так, нормас. Так, стоп, вот тут вот оно, да, точнее. Пошел процесс. Все, собираем последнюю, и будет легчайшее. Он близко, капец. На. Сюда. Так, 90, 100. Все, пошел. Беген, беган, бегун. Ой, капец, дверь закрыл. Форсаж 8. На тебе. Нормально, трехочковый. Юху, минус 3. Фотография, так, проклятое зеркало. Окей, все. Хорошо, мне открыта вот эта штука. Замечательно, значит. Испепеляющий свет от него не защищает. Зато поглотитель плазмы защищает. Ну ладно, зачем мне, в принципе, он как бы нужен? Серебряную бомбу я завязал. То есть мне теперь ритуал пентаграммы только делать, разве что. Хорошо, что еще защищает от него? Огненная соль, благовоние, колба, не колба, святая вода. Святая соль не защищает. Ага, магическая книга. Короче, ничего больше не защищает, я понял. Я понял, хорошо, ладно. В таком случае я... Где моя фотокамера? Жди, а где фотик? А вот он, фотик мой. Привет, родной. Я сфоткаю потом, да. Угу. Мне сейчас ритуалом заниматься? Наверное, да. Воспользоваться проклятым зеркалом? Не, надо же воспользоваться. На, паскудник. Сюда. Так, тихо, цыц. Обычная соль защищает. Все, я куплю обычной соли. Нет, я куплю все-таки поглотитель плазмы. На всякий случай. Реально, реально. Потому что да. Потому что это капец. Надо воспользоваться проклятым зеркалом мне. Подожди, подожди, подожди. Подожди, 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 подожди. Не вовремя. Очень не очень. Блять. Нет! Это трындец. Так, тихо, тихо, тихо. Воспользоваться проклятым зеркалом. Так, что мне сделать? Куплю соль. Куплю соль. Надо таблетку. Вот так вот я лучше воспользуюсь ими всеми. Опа-на. Все, пошел процесс. Так, подождет кинжал, подожди. Сейчас нормально будет. Воспользоваться проклятым зеркалом. А фотик где у меня? А фотика у меня нету. Угу. Понятно? Это что сейчас было? Это что сейчас было? Это что за хуйня сейчас была? М? Это что за говно, блять? Это F-разрабом, нахуй? Да какая нахуй разница, благовоние или неблаговоние, если этот пидорас, сука, у меня вообще, блять, предметы все спрятал. Они были у меня в руках, но я их нахуй не видел. Пресс F-разрабом, блять, а не мне. Кто напишет F, тому бан. Что за хуйня, блять? Да мне уже поебать на эти маты, блять. Я рот ебал. Разрабов Гоствотчерса, сука. Ну хуйня, пиздец. Ну что за пиздец? Ну ебаный в рот, я, блять, ну я должен был нахуй сделать. Ну типа, камон, он просто спавнится во мне, блядь, и все, и пиздец. У меня предметов нету, блядь, в руке. Я их, сука, держу, а они, блядь, хуй пойми где. Я в душе ебу, я не ебу, что я держу. У меня просто вот, блядь...
Да вы видели, нахуй. Как я должен был понять, что я держу, чтобы, блядь, кинуть в него? Если, сука, вс... блядь. Короче, F разрабам, пиздец, все. Разрабы дауны, пошли нахуй. И сейчас я сдохну? Не, ну они охуели, блядь. А что еще придумаешь? Уёбок, кусок говна, блядь. Где мои предметы? Какого хуя? Только скажи, что сейчас у меня зеркало не заюзано, пиздец. Только скажи, уёбище, что у меня зеркало. Нет, блядь. Сделать фотографию призрака. Ёбаная фотография, блядь, пизда. А где я фотик дел? Он этот пидорас фотик унес, да? Этот паскудник фотик унес, да? Он взял, спиздил мой фотоаппарат, да? Долбоёба этот кусок. Вот эта хуйня, да? Вот это позорное говно спиздил у меня фотик, да? И пошел на пизду. Я его, блядь, сейчас разъебу, нахуй, говно. Блядь, сука, пизда тебе, блядь. Придурочный. Весельчак, нахуй. Ну-ка. Нормально. Пошел процесс. Домой. Садись, два. Ну-ка, ну... Ну это бред. Я не умер, все, я победил. Мне 4000 монет дали. Все, чит-энджин открываю, нахуй, взламываю игру, пиздец.